А в Самаре завершился губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». Участниками в этом году стали почти 5500 человек со всего региона. В музее Алабино подвели итоги выставки изделий декоративно-прикладного творчества, а в Театре оперы и балета состоялся гала-концерт, где назвали имена лучших. Лауреатами стали 80 человек. Напомню, фестиваль проводится по инициативе губернатора уже 4-й год и объединяет таланты со всех уголков региона. Вот эти традиции, народные традиции, которые закладываются очень часто в подобных мероприятиях, конечно, они будут формировать сильное государство, сплоченное общество. И, естественно, может, самое главное в наше время, не только в наше время, во веки, во все времена, дружбу народов. Репортаж церемонии закрытия фестиваля смотрите в наших вечерних выпусках.